Близко. Чайник. Ничего. Нигде ничего не написано. На каких-то отдельных вещах вот есть цена 10 лир. Чайник не знаю. Чайник такой вот симпатичный. Пойдем в другую сторону. Смотрим. Такой 90 лир это кухонный фартук клетчатый такой. Вот это что у нас, скатерть, наверное. Похоже на скатерть. Да, это скатерть тут тоже. Это что? А, рунер это. Посередине такой, как полоска для скатерти тоже. На скатерть, то есть, кладется рунер. Так. Видим. Смотрим так. Неврисим так имлары. Это на одного человека. 180 лир получается. 250 на это двухспальная. Вот. Так. Здесь цен. Ой. Блин. 400 лир. Ух. Ой, какой тяжелый. Стоять. Вот такое оно плотное. Зимнее. Расцветка красивая, такая нежно-сиреневая, очень даже. Тут расцветка сирень, это двухспальная. А, ну вот, что здесь нехорошо, здесь нет простыни. Простыни нужно покупать отдельно. Цена 200 лир, но без простыни. Вот плохо здесь, что так бывает. Я один раз купила, ну, давно. Не знала, внимательно не почитала. Пришла домой. Была очень даже удивлена. Вот. Поэтому нужно всегда уточнять, есть простыни, нет простыни. Ой, а здесь вообще фланелевая вот это. О, какое оно тяжелое. Обалдеть. Сейчас цену посмотрим. Цену не вижу. Может, с задней стороны где-то написано? Ничего не написано. Куда дели цены? Не пойму. Ну, короче. Это везде, видимо, зимний вариант. Такие они тепленькие. Да что ж такое? Все такое тяжелое. Вот. Здесь одеялка. Ну, они такие плюшевые. Сколько? 100 лир. 100 лир больше, чуть больше 1000 рублей.
разные расцветки. Вот. Здесь тоже вот. Это что? King size. Ой, рука устала. Ёлки-палки. Здесь такие детские. Детский халатик. 90 лир. Где-то 1000 рублей. Там подушки. Разные, прекрасные. Паник. Вот. Привет. Он стоит 90 лир. 1000 рублей. Ну все, садись. Да. Коврики на этот. Ванная. Сколько стоит? 90 лир. Такие. Они такие приятные, но плохо в них все забивается вот из-за этого. Качество не очень. Чтобы они ровненькие были и ничего не забивалось, и хорошо выстирывались. Для ванной комнаты. О, сейчас я пролезу там. Что-то интересное. Тут ковры. Ковры. Цена 300 330, другой 550. Ну, короче, цены разные. Вот такие. Ну, тут серенькие такими ромбиками симпатичные. Он с люрексом, как бы это так немножко переливается нежно и интересно смотрится. Что-то понавалено все, мешки. Вот. И там тапочки. Сумочки. Как стали пакеты платные, начали выпускать сумочки хозяйственные. Так, тут такая, не пойму, птичка. Снегирь, не снегирь, похоже на снегирь. Цена 40 лир. А может, это свеча? А, это свеча, точно. Свеча. К Новому году уже такая пойдет. Красивая. Блестящая. Вот. Что тут еще у нас? Здесь халаты. Есть. Мужской халат. 150 лир. Ну подожди, она что-то другое говорит, Ротан. Она как-то объяснила. Здесь полотенчики. Полотенчики. Сколько цена? 35 лир. Хороший цвет, такой красивый, горчичный. Насыщенный такой. Ой, что так запахло? Это вы побрызгали? Ой, какой хороший запах. Это, наверное, этот освежитель, да? Или что это? Одококоло. А, это этот освежитель. Нет. Специально парфюмы для комнаты вот такие. Как они на русском языке, не знаю, как сказать. Короче, на турецком Ода парфюм переводится как комната парфюм. Ой. Вот этот, что ли? Так он там пустой уже, а все равно как пахнет. Угу. Меди
медитация, что ли? Как она, интересно, переводится. Интересный запах такой. Ну, я такими вещами не увлекаюсь. Я лучше сама подушусь. Ой, мыло пахнет. Ой, мыло, кстати, так пахнет это. Хорошо тоже. Авокадо. Есть еще. По 10 лир. Огурец. Огурец и алоэ. И миндаль. Миндаль, авокадо. Кокос, авокадо. Угу. Ой, есть такое мыло. Кстати. Такого же запаха, как тут это. Ну нет, у меня мыла много дома. Я пока брать не собираюсь, поэтому. А здесь что? Здесь какая большая свеча. Ой, как она пахнет. Ужасно. Какой тяжелый запах, я не знаю. Может, они все разные, но вот это что открыто. Запах очень тяжелый. Здесь мыло. Еще другие разные. Белые цветы. White flowers. Пури. Не знаю, что такое пури. Это тоже белые цветы. Короче, по 10 лир. А это что такое? Ага, для тела. Для тела. Сколько стоит? 20 лир. Это лосьон для тела. Вот. Что еще? Все, вроде бы. И кастрюльки симпатичные, зелененькие. Цвет такой классный. Но она отбитая. Ой. Крышка отбитая, ну набор, видимо. Крышка отбитая, жалко. Не продадут. Сковородка. Боже ты мой. Она так вообще, что она игрушечная. Я не знаю, но это только для одного яйца, наверное. А может, какой-нибудь соус в ней тоже можно сделать? Даже 14 сантиметров в диаметре, но донышко в два раза меньше диаметр. А сколько же она стоит? Ого, 50 лир. Хорошие вот эти вот для сыпучей, этот для круп, для макарон. Очень удобные, прозрачные, тоненькие такие, легкие, с этими деревянными крышечками. Сколько она будет стоить? Хоть бы не хряпнуть тут ничего. 60 лир. Угу. Ну что? Что еще посмотрим? Тапочки такие тепленькие. Угу. Хорошие тапочки. 80 лир. Тапочки. Вот. Ладно, поехали дальше.